Ну, мне кажется, что в наше время ничего случайного не бывает. Конечно, это продолжение противостояния, и это неприятный момент для нас. Относительно Третьей мировой войны сложно что-то такое сейчас предсказывать, но я думаю, что относительно Третьей мировой войны, я надеюсь на то, что все-таки хватит ума у наших руководителей договориться между собой, потому что технические возможности, они, как это называется, сейчас не имеют границ. Да? Вот. Путем нажатия на кнопку и уничтожено там полстраны, полнаселения. Вот, поэтому я, и как бы наши руководители наверняка об этом думают и это понимают, и я надеюсь, что они все-таки не допустят этого. Вот, хотя посмотрим, конечно, но думаю, что этого не произойдет. А главная угроза России все-таки откуда, на ваш взгляд, исходит?